Движение на трассе Екатеринбург-Цюбирь закрыли из-за мощного лесного пожара. Тушение сильно усложняют жаркая сухая погода и сильные порывы ветра. Из-за этого огонь быстро распространяется. Картина жуткая, конечно. Между 123М и 143М километром федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень было приостановлено движение из-за бушующего лесного пожара. Есть ролик, дам ссылку на этот пожар. Ужасное зрелище, горит все. Ну, на этом все. Бушует стихия огня, бушует стихия ветра, ураганы. Подписывайтесь на мой канал и будете узнавать самые интересные события, которые происходят в нашей стране и за рубежом.